дурички, просто сейчас уровень гормона радости просто уже из ушек просто капает. Так, это уже нехороший звук был. Да, билеты сдавать. Это пожелание для молодожёнов? Не боюсь. Что-то происходит или нет? Я не понимаю, что происходит. Кто тебе вообще пришел? Почему мне ничего не говорите? Вот тебе пришел, да? Я так понимаю, можно? Да. Не поворачиваться? Привет. Ты красиво? Да. Умоненький. Тебя можно сильно сжимать? Можно. Можно? Вот, вот так? Да, ну только у тебя потом девочка может понять. Здесь, а ты стой там. Я тебе махну, и ты пойдешь. Ты представляешь, я замуж выхожу? Но если уже представляю, будешь? Я ж тебя позвал. Ирина, я очень рада твоему выбору. Очень. И не только я, но и папа. В нашей семье появился еще один надежный мужчина. Это твой избранник. Хочу вам пожелать, чтобы ваш дом был полон детского смеха, был теплым и уютным, гостеприимным и щедрым. Берегите друг друга. Не раньте свои сердца по пустякам. Самое главное, чтобы вы никогда не переделывали друг друга. Это давай, самое плохое заблуждение. Давай. А самое главное, что вы сохранили любовь, которая у вас сейчас есть. Может, мы просто медлячок. И будьте счастливы. Я сейчас наступлю и та-та-та-там. Нет, мы вальс не будем танцевать. Ну так чуть-чуть, да. Ну что-то там, типа. Изобразим вальсоподобное. Замуж так трудно выходить, если честно. Да? Да. Является ли ваше желание вступить в брак взаимным и добровольным? Прошу ответить вас, невеста. Да. Прошу ответить вас, жених. Да. Ириночка, Сережечка, мы так счастливы, так рады поздравить вас с этим знаменательным днем.
Мы его ждали. Я надеялась наконец-то погулять вот на свадьбе своей подруги, повеселиться, порадоваться за нее. Ирина, мы тебя сразу приняли, полюбили. Мы в восторге от сегодня, от твоего платья, от того, какая ты счастливая. Мы очень рады за вас. Вы для нас очень дороги. В жизни любого человека существует несколько важных решений. И два из них – это выбрать, куда идти и с кем идти. И мы очень рады за вас, что вы сделали эти два решения для себя, выбрали, с кем вы будете идти и в каком направлении вы будете двигаться. Я хочу вам пожелать, чтобы у вас все было тепло, уютно, очень спокойно и доброжелательно, потому что дом в текущее время, да, который сейчас у нас происходит, это та самая обитель, которая нас спасает от очень многих вещей. Возможно, единственная вещь, которая нас питает, заряжает, действительно спасает от кучи-кучи проблем. Я хочу, чтобы у вас был такой дом, и чтобы вы всегда знали о нем, чтобы вы его берегли. Да, я галстук раз 5 перевязывал. Yes! Он всегда получался или длинным, или коротким. Не забывай про руки, не на плечи. Ты счастлив? Да. Ты всегда счастлив. Ну, ты жрачку даешь? Да, на. Я не хочу, чтобы он... Хотели вам сюрприз сделать. Сюрприз, ну, уже... Поймать вас неожиданно. Дорогие наши друзья, мы очень готовились к этому событию. Мы очень рады, что собрались именно вот вы все здесь с нами разделить это событие. Для нас оно очень важное, и я думаю, для вас тоже. Поэтому мы вас очень сильно любим и передаю слово Ирине. Я хочу сказать спасибо всем огромное, что пришли на наш праздник. Значит, мы для вас важны, и мы очень счастливы, довольны, что все очень прошло весело, задорно. Вот, всех обнимаем, целуем, ждем вас через 25 лет.